22 июля в Москве открывается первый всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». В нем примут участие и люберецкие спортсмены. На открытой тренировке побывала и познакомилась с ними наша съемочная группа. Александр Черепанов пришел в тяжелую атлетику из легкой 4 года назад. Толкал ядро, теперь толкает штангу. Уверен, что главное здесь не спасовать перед самим собой. Не бояться главное. Лезть под него, прям если даже руки сломают, все равно лезть. Ну, поражение, потому что следующая победа будет. Нужно стремиться просто к лучшему результату. Лидия Соколова тоже в тяжелую атлетику пришла не сразу. Был баскетбол и легкая атлетика. А 6 лет назад попробовала взяться за штангу. Рывок 82 килограмма и толчок 102 принесли ей серебряную медаль на первенстве России в прошлом году. Потом были второе место чемпионата Европы среди юниоров до 15 лет и рекорд Московской области среди тяжелоатлетов до 18 лет. Как-то мне понравилось сам процесс поднятия штанги, и вот я пришла. Мои сестры ходят. За мной пришли. Вместе занимаемся. Уже 37 лет воспитывает будущих чемпионов тренер Сергей Чеберин. Пришел сюда еще подростком, потом окончил институт физической культуры и перешел на тренерскую работу. Каждый из ребят для него не просто спортсмен. Это большая и дружная семья. Пришел в 15 лет. Понравилось. Потом здесь очень хороший был коллектив тренерский. Так и остается хороший тренерский коллектив. Все выпускники Академии физкультуры, которые находятся в Малаховке, дружные. Коллектив стойкий, мужской. Вот появились у нас девушки тоже. Я надеюсь, что тоже будут тренерами. Зал тяжелой атлетики в Люберцах открылся в 1964 году. Его воспитанники входят в состав сборных Московской области и России. Но несколько лет назад дело всей жизни Сергея Чеберина повисло на волоске. Зал хотели закрыть. Но благодаря активной работе совместно с администрацией городского округа, спорткомитет, глава очень сильно помог в этом вопросе. Конечно, нам удалось все это дело сохранить. И сейчас это вот оно мы присоединили в составе школы Олимпийского резерва. Да? И вот за последние как бы 4 года 10 мастеров спорта нас подготовили. Также у нас есть мастера спорта международного класса. Поэтому я бы так сказал, что мы свою уставную деятельность выполняем на все 150% в плане подготовки Олимпийского резерва. Первый всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу» – это еще один рубеж, который стоит перед люберецкими спортсменами. Еще один шанс доказать, что они лучшие. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.